Мотор. Всем привет, с вами Плесос и Пок, и меня зовут Никитос. Я хочу вам рассказать в моем 6-м выпуске про всякую там Шпилю Уилли, Роты Билэмы. Короче, сейчас я сдал 2 экзамена, мне все осталось сдать общагу географию. Я всего выучил по географии 1 билет и сдал его на 4 в пробной географии. Короче, вот сейчас чики-поки. Я твоей маме расскажу. Да сейчас я тебе в жопу дам. Давай. Иди ко мне. Это точно ЛНР. Займи свое место, иначе гонорар не получишь. Черт. Мы же его собачкой заделаем. Я тебе больше не дам денег. Так, что еще? На новые трусы не надо купить. Сразу взял. Да. И, короче, у меня есть такой знакомый, он лоханулся, купил себе полный элит, без жесткого диска и джойстика за 17500. Такой лох вообще. Вот, смотрите, какая у нас отстойная погода, ветер, нет солнца. Ну, по-моему, солнце я есть. Я выбрал свитер анал. Да, свитер анал. Вот. Йоу, анал рул. Что еще? Свитер анал. Никто заценяет анал. Так, все и что? Можно сообщить. Да-да-да. Поклонницы, учтите, что Никитос больше анал предпочитает. Так, что еще вам можно сообщить? Блин, у меня чипсы в зубах застряли. Ну, мы сейчас сообщить. Она смотрит весь двор, так что ваши дети домой, пока нас не отвезли. Давай про Ромыча. Не про Ромыча в следующем выпуске. Так, итак, мы прервались. Я сейчас про кого-нибудь из класса скажу. Только не про меня. Да, мы и не про меня. Да нет, не насрать. Дон, давай ты скажи, Дон. Ну, задрали. Это моя программа. Давай, Саньке. Это моя программа. Санёк вообще дебил. Теперь обоснуй эту тему, да, обоснуй давай. Ну, Санёк дебил, потому что несёт всякую хуету, непонятно вообще про чего. Что там, такой, йоу, крутой такой. Чё ты меня так снимаешь-то? Я такой крутой. И там вчера шла такая крутая тёлка, которую бы я бы трахнул. Она сказала, что она дура коза, и он вообще такой идиот. Так, что-то клёво. Сейчас мы пойдём, не знаю. Я, наверное, пойду домой, буду спать. Чего? Ещё натуры ты должен отдать. 100 рублей натуры. Нет. 100 рублей 3 часа стоит с Никитой. Это Кирасанька. Так, еще. Не забудьте посмотреть мой стриптиз по студии ПОК. Это вообще самая главная моя вещь. Я был оператором. Да, был оператором. И что еще? Можно сообщить вам. Как сегодня день прошел, расскажи. Сегодня клево, только у меня очень болит горло. Это единственный минус. Надеюсь, мои фаны скинутся мне ВКонтакте на лекарство против кашля. Я поставлю это в подарки. Я подавлю это в подарки. И, блин, вы задрали, когда вы мне скинетесь на новый аккумулятор для Xbox? Это всего только 2 рубля добавлено, совсем уже. Я тебе скинул 2 рубля как раз. Ты мне один скинул, что какой-то лох мне подарил. Сейчас нового лоха, дверь ему можно не скинуть. Дай сухарей. Обратно, он наоборот. Ну давай, меня зовут Никита, пока. Как идет, ты должен сказать. Что еще? Ну ладно, я тебя жду один из тупых выпусков. Это был один из топовых выпусков. И будут новые, ну, вот, другие рубрики? Не знаю. Может быть, просто запах вопросов, наверное. Просто Питос пиздил все, да? Ну ты вообще вор. Да, Макс, он здесь живет, да, найди вот здесь. Так, с вами был Плесос и Пок, меня зовут Никитос, пока.